Пьяный мужик ползет до дома, слышит кукушку. «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» Из окна высовывается жена и кричит. 5-7 секунд, пока я утюг не нашла!» Один приятель говорит другому. «Хочу Светке предложить свою руку и сердце. Не вздумай, а вдруг возьмет. А потом будет тебе же пенять, какой ты безрукий, какой ты бессердечный!» Общаются двое. «Петрович, вы с женой ругаетесь?» «Конечно!» «А как миритесь?» «Я отключаю роутер и жду, когда она попросит отремонтировать ей интернет!» Общаются двое. «Какой у тебя самый большой недостаток?» «Я ужасный лентяй!» «Да ну! Лентяи упитанные такие обычно, а ты худющий! Как так?» «Мне лень есть!» Сын говорит маме. «Мам, завтра родительское собрание. Пойдешь?» «Нет». «Почему?» «Знаю эти родительские собрания. Мы лучше с тобой на эти деньги в Таиланд съездим». Пришел прапорщик домой и бегом в туалет отлить. А дверь прикрыть забыл. Отлил, потряс, а сзади него жена стоит и спрашивает. «А зачем ты трясешь?» А он ей говорит. «А чтобы больше рос». В следующий раз история повторяется. Отлил он, значит, а потрясти забыл. Поворачивается, чтобы выйти из туалета. А в дверях стоит жена, руки в бока и грозно спрашивает. «А потрясти, руки отсохнут?»